Всем привет! Я продолжаю играть в игру Merge Dragons, Соедини драконов. И сегодня я хочу пройти новый уровень, который называется Золотой Лук 13. 4 чаши нам нужно всего, чтобы в него сыграть. У нас есть 7 чаш. Давайте попробуем его пройти. Вот такие вот у нас тут островки, таинственные облака. Осенние деревья, маленькое драконьевое деревце, сердечко обычное, цветочек, могилка, призменные цветы. Вот такие интересные предметы. Где мы это все будем брать? Давайте будем разбираться, что нам нужно сделать. Для победы нужно создать росток дерева жизни. Уничтожьте 3 зомблинов для первой звезды, соедините сундуки сокровищ для второй. И создайте растущее драконовое дерево для 3-й звезды. Так, хорошо. Будем что-то делать. Я вижу, у нас 3 яйца драконьих есть. Сейчас я посмотрю, ничего у нас тут больше нету. Ну что, нам остается только соединить яйца. Вот так, соединили. И получим сердечко сейчас, да, из призменного цветочка. И откроем первое облачко. Первое облачко. В нем мы видим, что можно листик соединить. Вот. Так, вот у нас такое маленькое деревце получилось. Вот призменные цветочки можно улучшить. Еще раз улучшить. Потихонечку. И вот с него теперь добывать можно. Так, 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 янтарик. Так, что у нас тут еще? Могилки, дракон. А, вот сюда можно применить. Вот сюда можно применить деревце. Вот, то есть призменный цветочек. А травка у нас вот тут вот позволит нам получить вот так первый цветочек. Вот так. И первый наш зомблин. Сейчас вот мы его должны победить. Есть. Так, так, так. Вот первая могилка. Давайте посмотрим, что у нас тут спрятано. Так, цветочек. Ну, хорошо, значит, цветочек нужно все-таки получить. Давайте получаем цветочек. Можем вот осеннее деревце получить. И осеннее деревце у нас такое вот пока еще нигде не нужно. А нет, вот мы можем вот здесь соединить. И тогда откроем вот этот островочек таинственный. Что у нас тут? У нас тут вот листик. И получаем росточек драконового деревца. Вот он. Есть. Вот давайте применим здесь сферку. Так, раз, два, три, четыре. Так, так, так. Вот цветок я могу соединить. И еще раз. Есть у нас вот такой вот еще был цветочек сюда. Тут у нас грибочек. И вот еще деревце есть. Так, давайте-ка мы откроем тут, что находится у нас. Соединим цветы. Так, вот у меня, смотрите, раз, два, три, раз, два, три. Какие бы мы тут, что нам тут делать с ними? Один грибочек у нас тут один. Ну, давайте один вот и вытащим. Я могу тогда подойти к этому, вот, вызвать зомблина и вот этого зомблина вызвать. Вот у меня будет 3 тогда их. 3. Вот у меня есть еще один грибочек, я нашла. Вот еще один грибочек. Так, сундуки мы не трогаем, мы их соединяем. Было такое у нас задание, соединить сундуки. Есть могилки. Так, сейчас. Мне нужна могилка, еще одна, да, чтобы открыть. Так, вот у меня их раз, два, три есть. И могу открыть вот это таинственное облачко. Что у нас тут? Вот у нас тут деревце. Есть. Теперь цветочек. Ой, то есть грибочек. Еще одно деревце. Вот. Грибочек. И теперь у нас доступ освободился как раз к призменному цветку. Вот которым закрыто последнее
Таинственная облачко. Ага. И здесь вот нам понадобится вот драконовое деревце. Раз, точек. Вот мы его как раз-таки создали. Три звезды мы получили. Давайте-ка их распотрошим. Тут яйцо. Еще одно яйцо. Монеточки. Так, вот еще один у нас тут сундучок. И смотрите, теперь нам нужно... Все мы открыли. Давайте берем вот этот цветок и создаем. Для выхода нам необходим вот росток дерева жизни. Тот как раз-таки тот же, который мы собираем у нас в событии. Вот уровень пройден. Так, что мы можем тут получить? Драконьи яйца, сундук. Ну, надо же. Надеюсь, он будет открыт или закрытый. Как вы думаете? Это надо будет проверить. Так, страшное дерево, два страшных дерева. Не надо они мне. Все это мне остальное не нужно. Здесь можно источник легенды купить за 25 самоцветов, кому надо. Росток дерева жизни 450. Это дорого. Так, ну что ж, сундук я взяла. Вот любопытно будет глянуть. Так, золотой лук 13 прошли, следующий будет золотой лук 14. Сейчас я сфотографирую для заставочки. Давайте попробуем золотой лук 14 заодно, раз у нас 3 кубка еще осталось. Вот такое солнышко у нас тут. А, и вот облачко есть справа. Солнышко и облачко, там цветочком закрыто. Запомним. Давайте ознакомимся с заданием. Для победы создайте росток дерева жизни. Звезды вы видите малыша племенного дракона. Соедините янтари и создайте побег драконового дерева. Ну что же. Давайте начнем думать. Вот янтарь я там вижу. Цветы. Что, с чего мы начнем? Чего, наверное, вот начнем с травушки. Я не знаю, как, куда росточек лучше подставить. Мне все кажется, все равно, что туда, все равно получишь вот одно яйцо. И вот сюда тоже яйцо. Что сюда цветочек, что сюда цветочек. Вот у меня такой вот как раз-таки цветок, которым закрыто у меня таинственное облачко. Давайте смотреть, что тут на этом облаке, что тут на этой территории находится. Вон она какая большая. Вот она, какая большая территория. Вот где третье яйцо. Теперь я его вижу. Чтобы взять яйцо, нужно траву сюда вот такую принести. Вот. Бабамс. И теперь мы имеем доступ к этому яйцу. И еще одна такая травушка я видела у нас была. Вот, пока она не проросла. Это мы как раз-таки сделаем. И вот мы получаем первого нашего дракончика. Так, я вижу, что здесь можно семена соединить, и вот с этой стороны тоже вот соединить. Есть два листочка у нас драконового деревца. Так, и вот три у нас. Так, годится. Ну, поехали дальше. Так, янтарь. Вот у нас тут на пути янтарь. Один янтарь, вон второй янтарь. Так, где-то третий янтарь я тоже видела. Вот третий янтарик, чики-чики. Какой-то из них нужно нам достать. Так, что нам надо с этими сделать? Соединить, наверное, цветы. Раз, два. Есть ли такой третий у нас цветок? Вот они там все. Вот они там. Это у нас первая звезда прилетела. Соединить янтарь и получить. Так, мне надо листик вот. А, я могу вот запускать. Вот. Вот точно. Еще раз. О, есть. Так, и могу еще сюда запустить дракончика, да. Вот так вот. Монетку получила. Сюда теперь грибочек. Есть. Так, вот деревце я вижу. Вот деревце. Так, теперь вот эту, извините, дракончик, есть. Есть. Вот теперь у нас есть такой красивый цветок. И вот видите, на этом уровне можно роскошный призменный цветок получить. Так, что у нас теперь? Вот у нас один сюда,
Вот, чинч, цветок. Второй у нас вот сюда. Вторую звезду мы получили. Осталось нам создать побег драконного дерева. Но для этого нам нужно листик вообще-то получить еще один. Надо призвать дракончика, чтобы он поработал. О, смотрите, у меня сейчас будет еще один дружок. Сейчас я его сюда направлю, мне листик соберет. А я пока пойду вот собирать цветы. Так, так как пока он будет мне тут листик зарабатывать. Вот один, раз, два, вот так вот. Теперь вот такие у меня цветы. Раз, два, три. Вот тот надо тоже вытащить отсюда. Вот так он не хочет. Мне нужно его разблокировать, я так понимаю. Вот так вот. Чик, четыре, пять. Вот так. А я соединю так. Так, так. Ну, листик вы мне сделаете, месье. А то я уже готова заканчивать уровень, создавать цветок. Вот они у меня уже, цветы есть. Мне нужно только листик, еще одну звездочку сделать. А для этого мне нужно вот поработать над этим призменным цветочком. Подождем. Пум-пум-пум-пум-пум. О, и сделал сферку. Да, спасибо, могу ее запустить. Мне нужен листик. Сферка мне не нужна, мне нужен листик. Будем ждать. Обычно чаще они как раз-таки листики делают, чем сферки. Ну, тут как получится. Можно, кстати, вдвоем работать. Вот, вдвоем можно, над одним цветком. Если этот не сделает, тогда хотя бы второй сделает. Вот, красавчики. Вот видите, хорошо, что я второго запустила. То, что это тоже сферу сделал. Придется еще немножко подождать. О, сундук сделал. Ну, красавчик, спасибо. Спасибо. Сундук мне особо не поможет. Только могу сделать еще кучу цветов. Ну, слушайте. Ну, давайте. Может, на простой цветок его запустить, а не на такой. Будет быстрее работать. За сундук, конечно, с яйцом спасибо. Но можно, кстати, здесь тоже цветы выращивать. Цветы, сундуки получать на этом уровне. Ой, наконец-таки, ну вот. Вот он листик мне сделал. Ба-бам! Вот и третья звезда должна быть готова. Вот она прилетела, тоже простая звездочка. Как нам нужны сейчас фиолетовые звезды? Вы бы знали. Посмотрите, у меня 10 очков снова. Опять я напокупалась деревьев Мидасом. И у меня забрали все мои кристаллы. Ну вот, солнышко наше полностью открыто. Росток дерева жизни получен. Вот такой уровень. Такой вот веселый уровень. Совсем не сложный. Просто нужно все потихонечку прагматично соединять. Есть. Итак, что мы можем здесь получить? Опять источник легенды купить за 25 самоцветов. Монетки. Вот тройной гриб мне нужен, я его возьму. Дальше семена призменного цветочка. Вот такие вот призы есть на этом уровне. Ну что ж, смотрим, что там будет дальше на карте мира. Так, следующий у нас будет золотой лук 15. И требоваться будет 3 кубка, чтобы его проходить. А здесь нету секретной комнаты. Давайте-ка посмотрим. Нет, здесь нету секретной комнаты. Ну ладно, золотой лук 13 и 14 прошли. Давайте посмотрим, дадут ли нам открытый сундук или закрытый подарок. Ой, боюсь, что нам закрытый сундук дадут. Не помню, чтобы яйца сундуки, кстати, выбирались в этом уровне. Если даст открытый сундук, то нужно будет на этот уровень почаще заходить. Сейчас посмотрим. О, закрытый, я так и думала, закрытый сундук, нет, продаю его, не нужно нам тогда. Ну вот,
Вот и все подтвердилось, то, что я думала. Все-таки закрытый сундук получили. Что ж, до следующих встреч. Всем спасибо. Пока-пока.